Остров Град-Свияжск – место мудрости и покоя. Здесь вы можете посетить церковь, где молился Иван Грозный. Красота соборов и церквей потрясет вас. Здесь сохранились уникальные фрески с изображениями святого Христофора и самого Ивана Грозного. Свияжск – не только историческое и духовное место. Это настоящая жемчужина Татарстана. Приезжайте в Свияжск – остров войны и мира.